Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве LG G6 активировать мобильную точку доступа. Для этого вам нужно перейти в настройки, в разделе сеть, открываем раздел общий модем, точка доступа Wi-Fi. Чтобы его активировать, вам понадобится сим-карта с подключенным мобильным интернетом. Я таковой не обладаю, поэтому могу вам показать только некоторые его настройки. Нажимаем «Создать точку доступа Wi-Fi», и здесь мы можем изменить имя нашей точки доступа, протокол безопасности, пароль, максимальное количество подключений, также дополнительные опции. Можно выбрать канал передачи, если вы на ваш страх и риск, если вы в этом разбираетесь. Также имеется тайм-аут отключения точки доступа 5 минут, 10 минут или же никогда не выключается. Также активировать точку доступа вы можете через верхнюю панельку, находится она вот здесь. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!